Всем здорово! Вчера в CSGO вышло новое обновление, которое добавляет атрибутику нового мажора, который называется Antwerp 2022. 18 февраля я делал видеоролик по этому поводу, по поводу нового мажора. На будущем мажоре у нас вероятностью 90% будет точно такая же атрибутика мажора, точно такие же капсулы, точно такие же сувенирные наборы нового мажора. Будет 100% новая медаль с вот таким вот логотипом. Я взял атрибутику Стокгольма и немного подрисовал. Подрисовал, конечно, пиздец криво, но вот для наглядности, по стиль будущего мажора. Опять же, это все мои мысли, и все это может обернуться иначе. Как решить, Валь? И я оказался пиздец как прав. Я почти угадал, как будут выглядеть новые наборы и капсулы с наклейками. А я еще думал, какую же я хуету нарисовал. Единственное, с чем я ошибся, это с дизайном монеты, но ее рисовал не я. В целом, что я хочу сказать по поводу этой атрибутики? Пропуск зрителя немного, естественно, подорожал. В целом, это полная хуета. Медаль почти точно такая же, как и была на мажоре в Стокгольме. Наклейки практически идентичны предыдущему мажору. Из-за этого цена на стикеры старого и нового мажора, скорее всего, не будут расти. Я впервые не буду покупать этот пропуск зрителя, потому что я здесь ничего прикольного не вижу. Наклейки отстой, особенно золотые и обычные. Холо наклейки с эффектом блесток еще более-менее как-то красиво смотрится, а в целом я бы не советовал покупать их. Победит Астралис. Всем удачи.